Проект, который объединил всю страну. Вышитая карта России получила неожиданное продолжение. Вдохновившись примером Чувашии, регионы страны начали создавать карты своих регионов. В нескольких областях работа уже завершена. Свои вышитые карты представили Белгородская, Брянская, Курганская и Псковская области, Республика Адыгея, Камчатский край и Чукотский автономный округ. В ряде регионов мастера как раз в процессе создания вышивает Камчатка, Приморский край, Рязанская область. За масштабным творческим движением, которое аккумулировала вышитая карта страны, следит наша телерадиокомпания. От первых стежков к грандиозному полотну. Вышитая карта страны, российский оберег, шедевр народного искусства и особый предмет гордости нашей республики. Именно мастерицы Чувашии своими руками соединили на одном полотне все уголки России. 12 июня прошлого года вышитую карту представили стране, а 12 декабря, в день Конституции, она была презентована в обновленном виде с учетом присоединения новых регионов. Низкий поклон нашим мастерам. Они воплотили этот уникальный, невероятный по своей силе и красоте проект, передали нам свои знания и мощнейшую энергию. Этой энергии хватит и для новых свершений. Идея рукотворной народной карты настолько понравилась, что ряд республик и областей вышили свои карты. Таким образом, проект получил символичное и очень ценное продолжение. Мастера из Чукотского автономного округа признаются, вдохновившись большим проектом, решили изготовить вторую карту уже для своего региона. Здесь постарались отобразить все отличительные особенности территории. Благодаря нестандартному творческому подходу мастеров полотно буквально оживает на глазах, завораживая техниками, свойственными мастерам поселений, созвучными древним обычаям и традициям. На панно гармонично соединились различные материалы – подшейный волос оленя, бисер, аппликации из меха и даже кости. Вышивка – такой процесс, что, попробовав однажды, остановиться уже невозможно. Вышивает вся страна. Уникальными кадрами процесса создания карты с нашей республикой поделилась мастерица из Рязанской области. У нас появилась идея, а почему бы нам не собрать эти карты и этих мастеров на одной площадке. Сегодня у нас есть идея, есть предложение, и мы видим поддержку от других регионов страны. Вот эта идея проведения фестиваля. Сейчас мы собираем их предложения. Мастера говорят о том, что обязательно нужны нам мастер-классы. Обязательно нужно пообщаться. Обязательно нужно обсудить вопросы, которые их интересуют. Вышитая карта России показала, насколько безграничен творческий потенциал российских мастеров, хранящих традиции декоративно-прикладного искусства. Фестиваль вышитых карт регионов страны станет логичным продолжением Года культурного наследия народов России. Людмила Майкова, Анастасия Сертун, Виктор Степанов. Вести Чувашия.